Мастер солнечного искусства. Так говорят об известном армянском художнике Мартиросе Сарьяне. Сегодня на родине живописца отмечают его день рождения, о жизни и творчестве Нона Оганесян. В доме музея Мартироса Сарьяна почти та же обстановка, что при жизни художника. Сохранилась мастерская и комнаты. Здесь жили 4 поколения Сарьянов, сам мастер, его сыновья и внуки. Этот дом был любимым местом встреч представителей искусства 20 века. Вот здесь старый инструмент, который стоял еще в мастерской московской Сарьяна на Карманицкой переулке. И надо отметить, что в 1944 году на этом инструменте играл Арам Хачатрян, когда Сарьян писал его известный портрет. Знаменитые портреты и пейзажи, полные солнца, света и воздуха, желтые пшеничные поля и синее небо. Эти краски мастер особенно любил. Я нарисовала дерево, естественно, зелеными листьями. Он взял карандаш и начал добавлять синие листья. Я, естественно, расстроилась, расплакалась, сказала, что он испортил мой рисунок. Вот. Он ничего не сказал, он взял меня за руку, мы с ним пошли гулять по саду. «Посмотри, — говорит, — внимательно, в тени, какого цвета листья?» Я увидела эти синие листья, которые он мне нарисовал. Мартирос Сарьян стал учителем для нескольких поколений художников. Ему подражают, его манеру копируют. Вот картины мастера на лицах моделей. Сарьян – это картины, которые могут сниться. Сарьян – это ощущение солнца и жизни настолько волшебное, настолько магическое, настолько напоенное солнцем и радостью жизни. Сарьян – художник, который видел нашу страну как чудо. Наследие Сарьяна – около 5000 картин. Они хранятся в галереях и коллекциях по всему миру. Нона Гованесян, Ованес Кылджан, Мир 24. Посмотреть на работы мастера можно будет в Москве на выставке «Армянский импрессионизм. От Москвы до Парижа». Она откроется в марте.